Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Короче, Лестер сказал, что есть одно предложение. Нужно встретиться на пирсе. Поехали туда, начнем как раз таки эту серию с этого. После прохождения этой миссии будет очень солидная награда для Франклина, я вам скажу. Что именно, пока спойлерить не буду. Но вы, наверное... Но если вы уже играли в GTA 5, то вы наверняка знаете, какая награда будет для Франклина солидная. Ну, в чем дело? Садись и посмотри прямо. У нас мало времени. Я знаю, что тебе нужны деньги. Майкл говорил о тебе в Light Invader. Так что же ты заработал? Смотри вперед. Мы не знакомы, просто болтаем. Не делай вид, что тебе нравится Джей Норрис. Я даже его не знаю. Ну да, этот парень использовал детский труд. Похищал и продавал лишнюю информацию. Кроме того, он воровал идею своих друзей. И при этом строил из себя мессию. Но я не думаю, что этот чувак заслужил, чтобы его разнесли в эфире. Не думаю, что мир в таком дерьме. Даже если наемный бандит начинает заниматься ерундой, когда я ему какую-то работу беру. Послушай, кореш, мне нравится разнести голову с этим придурком, но я не считаю это добрым делом. А почему бы и нет? Это ведь головы дураков. Это головы мудаков. Мы ведь даже не бьем машины. Мы делаем улики. Делаем все, чтобы испортить жизнь этим скотам. Изменим рынок под себя, заодно исправим парочку несправедливости. Ну хорошо, идет. Тогда ты слышал о Моллис? Еще бы. Теперь новые Моллис, Супер Моллис. Теперь они называются Приопол. Брэд и Лаури, исполнительный директор, подкупил управление. Ему плевать на эти таблетки, которые доводят до инфаркта отчаявшихся мужиков. Это гнусно. И не говори. Он проживает в отеле в том. Конечно, его охраняют. Если он исчезнет, Америка снова переедет на Моллис. Биржевая цена сильно подскочит. Вот черт. Ладно, я все понял. Я знал, что ты это поймешь. Советую тебе взять снайперскую винтовку и бомбу или пучки. Сделай, как это захочешь, любым способом. А я позабочусь о том, чтобы у вас все было нормально. А теперь отправляйся. Доберись до отеля. А он далеко? Да не сильно далеко. Не доедем. Ну, это место для инвалидов. В отель прибыли охранники, чтобы вывести цель. Цель скоро выйдет. Быстро придумайте план нападения и найдите удобную позицию, откуда открывается вид на отель. Ликвидируйте цель. Блин, снайперской винтовки надо было винтовку взять какую-нибудь снайперскую. Хотя охранники переполошатся, наверное. Сматываемся отсюда. Там полицейские поедут сейчас. А, еще и охранники. Вот это место для инвалидов. А, спрятались, отлично. О, я уж думал, мы никогда от них не скроемся. Hey, it's done.
Готово. Знаю, отлично. Если тебе что-то понадобится, дай знать. Обязательно, но сначала мне нужно кое-что тебе сказать. Наш портфель понемногу набрал вес, и я подумал, что нам нужны материальные активы, недвижимость, поэтому мы купили дом в Вайнвуд Хиллз. Ну, в этом ты лучше разбираешься. Да, и для минимизации, для налогов, надо, чтобы там кто-то жил. Парни перетаскивают уже твои вещи сюда. Теперь мне не нужно будет жить с тетей. Я даже не знаю, что сказать. Ничего не говори. Особенно, если приедет человек в костюме. Ладно, ладно, шучу. Такого не произойдет, я думаю. Он теперь твой, пользуйся. На здоровье. Отлично. Франклин переезжает в новый дом. Вот такая вот солидная награда. Франклин переехал в новый дом в Вайнвуд Хиллз. Теперь там можно сохранять игру и переодеваться. Вот он, наш новый дом. Новый дом Франклина. Это новый дом Франклина. Здесь можно сохранить транспортные средства, паркуя их в гараже. Вот сейчас мы это и сделаем. Паркуем этот фургончик в новом гараже. В этот гараж можно до двух машин, кстати, поместить. Тут даже машину уже сюда мы привезли. Мотоцикл. Ух ты, какая красота-то здесь. Вы только посмотрите на это. Ну, так, это мои вещички. Ух ты, какой уголочек-то здесь. Обалдеть. Офигеть. Здесь можно пожрать. Кухонка такая вот. Можно винишко попить. Можно телек посмотреть на уютном диванчике. Внизу у нас находится несколько запертых дверей и спальня. Вот эта дверь фиг знает, куда ведет. Может, кладовка какая-нибудь здесь. Может быть, ванная, как вот, как и эта дверь тоже. И вот эта дверь тоже неизвестно, куда ведет. Потому что она закрыта. Может быть, там подсобка какая-нибудь. Вот здесь можно переодеваться. Это кровать наша. В общем, короче говоря, круто. Бассейн есть, джакузи и чоп есть. И огромный бассейн. В общем, переключаемся теперь на Майкла. Офигенный дом достался Франклину, мне бы такой. Ух, пока ехал сюда, позвонила Трейси, сказав, что ненавидит Майкла, то есть отца своего. Да. Не очень хорошие отношения у Майкла с семьей уже становятся. Ой, мы не туда пошли, походу. А, сюда надо спуститься, ё-моё. Ты чё? Спрыгнуть нормально, что ли, не мог, а? Дэйви! Привет, как оно? Примерно, как можно было ожидать, но обстоятельства скверные. Не понимаю тебя. Я знаю, ты замешан в деле с драгоценностями. Мне кажется, у тебя галлюцинации. Иди в жопу. Ладно, это сделал я. Арестуй меня. Этим ты спасешь мне жизнь. Потому что она иначе скоро закончится. Почему? Сам знаешь. Тревор? Пару дней назад? Мы, в общем, ни о чем не говорили. Но если он начнет... Нет, когда начнет расспрашивать, почему твой друг не грызут черви к югу от канадской границы,
У нас проблемы. Не может быть. Мы вляпались. Вместе. Так что, если твои проблемы... Это и мои проблемы. Значит, мои проблемы... То и твои проблемы тоже. Нет. А если я потеряю работу, кто зайдет в мой офис и начнет читать мои файлы? Они узнают, чем я занимался. Я знаю, могу договориться и получить 5 лет. Но ты? Иди в жопу, неблагодарный ты. Ведь благодаря мне ты сделал карьеру. Ну, значит, спасать ее нужно вместе. Нельзя допустить, что все рухнуло. К чертям. Что тебе нужно? Есть один парень, Фердинанд Каримов. Управление говорит, что он умер. Мы в бюро считаем, что это туфт. Нам кажется, что его где-то запрашивают. И что? Похоже, у него есть сведения, которые выведут из игры меня и моего начальства. Эти гады из управления блокировали офис. Нам нужно, чтобы ты идентифицировал труп. И как же я туда попаду? Ну, тебе ведь нужно приходить в роль жмурика. О, Майк, ты всегда мне нравился. Как проснешься, позвони мне. И я скажу, что делать. Что у нас тут? Джон Доу, белый, избыточный вес под 50, скорее всего, инфаркт. Давай-ка глянем. Жировые одолжения на бедрах, животе, любил кровавые бургеры. Есть шанс найти парочку в желудке неразвернутых. Вместе с бутылкой и скотча и пачкой Redwood. Видишь ли лопнувшие капилляры на носу? О, господи! Я восстал из мертвых, ты, гаденыш. Выйти с поднятыми руками. Ну же. Может, в другой комнате? Обыщите морг и найдите тело. Нет, это не тот. Не тот. И это не тот. По-моему, нет его здесь. Может, он жив? Я нашел бирку с именем Фердинанда Карита. Она была на трупе, толстый. Ну и это точно был не он. Управление закрыто. Нижние этажи в избежании утечки. У меня есть человек, который может вырубить электричество, чтобы прикрыть твой отход. Но тебе все равно придется спускаться по лестнице. Блин, вот это немного сложное задание. Майкл, можно сказать, дважды уже восстал из мертвых. Че ты жив-то еще, я не понял.
Твое оружие лежит в черном мешке для мусора. На верхнем этаже. Я понял, я понял. Кто-то спускается уже. Сиди, страдай с раненой ногой, там сиди. Черт. Самим вам в морге теперь сидеть. Интересно, зачем он флаг здесь нужен? Черт побери. Сейчас полицейские еще, блин. Три звезды, да вы что, с ума что ли сошли? Че ты не едешь? Все, сматываемся отсюда. Вот теперь точно меня они не узнают. Эй, Майк. Нам нужно поговорить срочно. Встреть меня за городом у нефтяных вышек. Эльбруту Хайтс, приследи, чтобы не было хвоста. Похоже, дело серьезное. Я уже еду. Дэйв, что это вообще было? Ты знаешь, сколько в здании ублюдков было? Извини, они не очень хорошие люди, если тебя это утешит. Что вообще происходит? Какое-то большое дело, связанное с теневым бизнесом. Кое-кто не решается алгоритм. Те, кто смогут получить контроль бюро или управление, получат огромную прибавку к финансированию. С каким боком? Я выхожу из игры. Нет, ты должен встретиться с моим боссом. Мы будем в центре на площади между зданиями ПАИБ и управления. Здание управления? Ты с дуба что ли рухнул? После этой стычки у меня была стычка с агентами. Там нас искать не будут, не волнуйся. Избавимся от машины. Правда, что-то бензина вытекло очень мало. Нефти.
Эй, Франклин, что происходит? Тебе нужно свалить из города. Мне податься-то некуда. Ну, отправляйся в путешествие. Что за фигня-то? Кое-что произошло, понятно? Помнишь, я тебе рассказывал? Про федералов? Что они позаботились, я отошел от дел. А ты отошел? То есть я думал... Господи, Франклин, у меня столько легенд в голове, я уже окончательно запутался. При этом ты дал мне возможность реально срубить бабла на одном твоем деле. Я заработал больше, чем за всю жизнь. Да, я великий вор, но знаешь, тут дело совсем другом. Так в чем? Снимай с человеком из бюро. Он, конечно, нормальный парень, долбанный. Все пошло не так, как задумывалось. Погиб не тот человек. Мне пришлось воспользоваться неформальной программой защиты свидетелей. Он помогал мне, я не раскрывал его секреты, и все было круто. Проблемы начинались недавно, когда я вернулся к делам. Он появился, начал просить об услугах, поручать мне разные дела. Ну, то есть, Франклин, я, в общем, работаю на федералов. Боже мой, ну да, и это еще не самое страшное. Я тебе про Тревора рассказывал? Кажется, да. Если тебе только кажется, что рассказывал, то далеко не все. Он... Я не... В общем, он дьявол во плоти. Во плоти. Удачи. У нас с Тревором сложные отношения. Послушай. Я в своей жизни натворил много такого, от чего стыжусь. Я никогда еще не называл тебя святым. Но когда ты познакомишься с Тревором, ты поймешь, что я ангел. Так что будем делать-то? Я не знаю. Черт. Попробую сыграть сразу за обе команды. По крайней мере, пока не придумаю, как выбраться из этого дерьма. Ты же мне помогал. Я так понимаю, ты должен вернуть должок. Франклин, это смертный приговор. Давай оставим всю эту фигню, ладно? Если бюро не тащит тебя в суд, значит это просто развод. И не позволю какому-то мужику загладить меня в долбанный угол. Пошел бы он нафиг. Ты молодчина, Франклин. Я перед тобой в долгу. А я супервор. Я найду для тебя дело, чего-нибудь грандиозного. Но сейчас тебе уже пора. Ладно, я все понял. С тобой. Отлично. Теперь мы направляемся к Майклу домой. На следующий день кто-то сказал йога. Называется. Ты что, офигел курить в моем доме? С тех пор, как объявился твой долбанутый друг, ты стал еще большим козлом. Спасибо. Ты не представляешь, как много это для меня значит, твоя поддержка. Я долго тебя поддерживала. Я бросила, приехала сюда. А этот спятивший ублюдок все равно тебя нашел. Я разберусь с ним. Как же? Не знаю пока. Знаешь что? Пусть он держится подальше от меня и детей. Тупая твоя рожа. Кто-то сказал йога? Нет, она сказала. Мудила похотливо. Привет, Павел. Ты готова к занятию? Конечно. Да. Просто адрес какой без тебя. Видишь, с кем мне приходится жить? С этой долбанной гориллой и его чокнутыми друзьями. Да вы двое. Прошу. Намасте. Занимаемся? Майкл, присоединяйся к нам. Не надо. Йога помогает всем. Давай, Майкл, смелее. Если сделаешь меня таким же счастливым, как моя жена, то будет просто офигительно. У каждого из нас свой путь, Майкл. Я разве против? Защититься от твоей враждебности, Майкл. Тебе здесь хорошо, нас ждет солнце. Давай соединим Анус с землей.
Каждое занятие начинается с Тадасана. Да. Или позы Гатмы. Ладно. Ан... Де... Тро. Рот и анус на одной линии. Покажи ему Аманду. Великолепно. А теперь ты, Майкл. Черт, а сейчас... Блин, слишком резко я сейчас это сделал. Блин, я что, раньше времени, что ли, отпустил? Серьезно? Еще раз давай. Вот так нормально. Чё? Я же все как надо делал. Ненавижу вот эту миссию с йогой, вот серьезно. In and out with the breath, Mikhail. Very good. Now let it go. Strength, Mikhail. Now, in through the bloated nose, and out through those wrinkled lips. Exhale. That is okay. Вот так хорошо. Все этого достаточно. Перейдем к более сложному упражнению. I weep uncontrollably for hours. Oh, wow. Oh, you feel that emotion inside? Let it go. Michael, join us. Присоединяйся, Майкл. Ладно. I feel like I'm channeling bullshit right now. The silly man forgets to breathe. Out through the mouth. Keep it tight. You can breathe, can't you? Let it out. You're turning red. Are you taking this seriously, or is this some elaborate way to get at me? Breathe, Mikhail. Let it out, baby. There! Let it go! Now, you breathe. Just exhale, Michael. There. There it is! I'm about to feel some emotions, all right. Remember, children. Запомните, дети, бояться неизвестности не нужно. Неизвестность — это мы. Покажи нам, Аманда. Мне кажется, Майкл к этому еще не готов. Кто знает. Плэнк. Доска. Чатаранга. Чата. Я. Feel the flow. Everything is flowing in me. Майк. Майкл. Would you? Ты не мог бы сделать то же самое? Your core is very weak, Mikhail. Take in the air and release it. Out through the mouth. The backward eye between your thigh. Your lungs, they work, yes? Let it go. Not bad.
Breathing is almost the most important thing, no? Breathe out, please. Now if you could just get Trevor on a yoga mat. Breathe, please, my kid. Let it out. No vanity. Come on. Take in the air and release it. There. По-моему, одно и то же начинаем уже повторять. Your lungs, they work, yes? Out through those wrinkled lips. Can you wash that mat later? It's gonna smell all bloody and smoky and Michael-y. Breathing is almost the most important thing, no? Out with the breath. For a meat eater, it's okay. Let me say, это неплохо. You have come a long way. Сегодня ты проделал немалый путь, Майкл. Yes, later you will cry. Позже ты будешь рыдать, как дитя. У него чакры как помойка. Не трать на него время. Покажи ему собаку мордой вниз. Хорошо, что поможете справиться с импотенцией. Чёрт сказал, твоя сексуальная энергия слишком долго зажата. Подайся еще так. Прекрасно. Эй, хватит! Это тебе ответ, Майкл, йога. Почему ты такой кретин, а? Мы уходим навсегда. Отлично. Оставайся один. Да пошла ты. Вместе с этим косячим, сраным йогом. Вот. Угу, конечно. Ты охренел, что ли, такие Джим! Позы непристойные делать? Неплохой телек. За него заплатил я? Да, предыдущий ты разбил и забыл, что ли? Давай-ка, вылазь. Сейчас надо проветриться. Познакомишь меня со своим другом? Я хочу вылезти из дома. Один не поеду. Ну давай. Что за фигня, серьезно? Угрожать насилие к своим сетевым друзьям, вот это фигня. Они мне не друзья. Но они единственные, кому ты это делаешь. И где твой друг? В бургершоте. Да блин. Вот усить бургерское еды тоже неплохо. The hell are you talking about? The real you. That bitter, vindictive old man. You pretend you're being a father, but you hate me, don't you? I don't hate you, Jim. How many times... I love you. Look, sorry if I don't express that correctly, but why do you think we're here together? You really have to meet my friend? Yeah, I really do. There he is, the friendly а вот и он, дружелюбный местный наркодилер. Здорово, братан. Как оно? Рад тебя видеть. А это что за старый хрен? Это мой отец. А, мистер Десанто. Да ты, стало быть, парень, который подгоняет Джимми травку? Килограммами. То у тебя батя такой прикольный, Джимми. Давай, заканчивай уже. Поехали отсюда. А это о том, что мы говорили, есть? Да. Что за фигня, Джим? Секундочку. Ну ладно, до скорого. Осторожней с этим. Это называется... Боже мой. Почесали. Ну и что теперь? Давай просто поедем домой.
Вернитесь в дом Майкла. У нас не получится это, правда, сейчас сделать. Самый выпить не хочешь? Я за рулем. Но ты ведь едешь только по полосе и не смотришь. Дорогу уступить же, ну? Ладно, давай сюда, сейчас это попробуем. А, твоя очередь. Ой, а кто тебя засал-то, а? Ой, мне что-то, кажется, повело. Ты в порядке? Правда, не нормально. Да успокойся ты, это паранойя. Ничего не паранойя, видел бы ты сейчас себя. Успокойся, езжай домой. Надо съехать на обочину. Что за фигню ты мне дал? Это не опасно. Ветеринар давно использует это средство. Ты накачал меня транквилизатором, Джасон. Я защищаю тебя от самого себя. Я снял денег с твоего банковского счета и теперь уезжаю. Ты слишком шизанутый. До свидания. Что это за чудовище, блин? Джимми, ну ты и говнюк. Эй, я вернулся. Майкл, я думаю, что ты окончательно сошел с ума. Твои последние поступки и твои новые друзья очень беспокоили меня. А теперь ты стал нападать на Фабиана, а он мой близкий друг. А еще Джимми сказал, что ты употреблял наркотики, когда вез его в своей машине. Мы решили на некоторое время уехать. Ты обещал мне, что изменишься, но ни капельки не изменился. Ты говоришь, что я веду себя как в кино, но это не так. Думаю, мне надо поговорить с адвокатом. Я действительно знаю, что делать. Не пытайся связаться с нами и не пытайся угодить под пулю. Аманда.
Ой. Предала, короче, вся семья его. Ну, ладно, на этом мы закончим этот сезон. Вот так вот он грустно закончился у Майкла, зато у Франклина новый дом появился шикарный. Ну что ж, с вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на запасной канал и группу ВКонтакте. Всем до свидания.